Иногда нам просто нужно немного умереть внутри, чтобы переродиться и стать более сильной и мудрой версией себя. Это то, что пережили Мариуполь и его жители. Город, который вспыхнул пламенем, теперь восстает из пепла, как птица Феникс. И этот процесс уже необратим. Самое главное, чтобы мы всегда осознавали, что во всех негативных аспектах есть что-то хорошее. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, что бросает нам вызов, мы становимся сильнее и лучше. В скором будущем мы увидим Мариуполь переродившимся и процветающим городом. А люди будут счастливы в нем. Растить детей, отдыхать, трудиться и просто жить. Жизнь продолжается, друзья. Быть добру.